Я не знаю, что вы делаете, а я здесь спасибо. Я пью. Орбит, я громче говорю, чем этот микрофон. Дай громче. Хай. Приближайте микрофон. Раз, 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 раз. Глаза машины бурдешься, а мне надо. Депенди сейчас пой. Ну что, господа и дамы, с праздничком, здоровья всем и так далее. Сын Кучи Татьяна Рифовича Молдова, ветеран группы ДОИ, ДО Разбай, спецоперации в Югославии. Аж раз испунди спри ДОК виде верно нос. Ну, зажду вас парк, я вам пушкат, ну, партия шея у него требует. Сая демизация 100 делей, 100 делей пи луна, спрежде 1205. Ешь ласы им партизаны, ешь там, фика резы. 365 дней разделить надо на 100 лет. Получается 3.30. Ничего пыни, ну да, ну да, губерну. Петро Чейк, я фос... Сапер Патри. Да. Луптатор. Короче, прости, земля, за то, что мы тебя тогда не сберегли. Мы все кричали: Снегур, царь! Снегур, Молдова, господа! Ныне лежишь у порога давно 2000 года. Разруха, голод, нищета, всех обещаний красота. А начиналось все красиво. И площадь флагами пестрила. Перестановка монументов и флаг тостов наших оттенков. Но вы у нас отняли все. У детей улыбку с лиц. Подарили геноцид. Кто ответит нам за это? Четыре наших президента или два временных ЮО? Народ же опять лицом в дерьму. Быть может, доблестный филат. Народ же нищ, и это факт. Прости, земля, за то, что мы тебя тогда не сберегли. Нам не вернуть их рубежей. Ни Буковины, ни степей. И не придем к берегам, где море, волны, Акерман. Я увидел тени, кем томная урия, кем фрунзе диорама с иркулкой супечари, я увидел тени пивовара, кем фоны стропиты курово деменяца, я увидел тени, кем сискоти пыль один купет, я увидел тени, кем тени есть седок, я увидел тени, драга моя камя, я увидел тени, крутя потуйта, я увидел тени, кем не грел, сыуть наказал шевелев, антонерик меж скинти, еще саприн делал верен, эндром, то меж фонтены. Шабял не истудит. Седей до меня с фиашаком шоскан ла. Кандал фосом уми шумини. Акуманума душмани. Менял латине кем роян. Шенщи тешор батян ладжа. Шатреху тани, шатречи вято. Шакума мамы нутья. Ведали рос. Дородятся и вятся. Дородятся жди трай. Ди он доина, ди он флай. Ди он пахар молдой нез, ди ты таке троес. Ио сумбил, ши ио троес. Я помню басарабес, дорди кодром верзит, не помню, где он окажет, не кажет, где муз душман, че уще фос, а ты цан. Я вела тени ярно, кен я фрик, шентин мы не вела собача фервинти, шаску ворбата дулчи и шокументи. А фос, я вела тени, меня в латине шедел разбой, форматом патру заркусуф и тугурат. А фос, факел из лотерея дебарбат. А кому это дарея сами крест, до не пацаетей, рамас фарабуни. Мантряба здесь детей, мантряба, дебунел кума троит шамучит, пифрон кому луптат. Мантряба, чем путается леспун? Кавяца и трикотлари, шани, ну сын тор. Кавяца кауфлари, а имиросы, ши тот. Кенва фос мой тиндер пья, ну и сокотян. А кума, драга мама, петини нутиан. И нутиан петини, петатам умиан. Шрума метиля, педынса, ну дал. И ну дал ними, бен суфлет, ну руб. Не вой, не метиля, не чей, чей мы, скул. Чей не скрызаться? Это мои стихи. И по-русски, и по-румынски, да? Да. А как вас зовут? Иван. Иван. Молодец, Иван. Кстати, вы были у меня в госпитале. Может быть. А не может быть, вы или ваш брат? Или брат, я вас не помню. Брега? Брега. Геннадий был, может быть, не Олег. А, значит, Гена был, да. Гена был. Я председатель Совета ветеранов сектора ботаники. Уж сколько лет
Как та война? Боями отгремела. Прошлась по берегам Днестра и эхом улетела. Кому нужна была она? Никто не знает нынче. А может, знает, но сказать народу правду стыдно. Однажды большой чин сказал, что за война такая? Не знаю, мол, такой войны. Конфликт там был и только. Всего лишь полгода беды, слез матерей и вдов. Детей, что нынче без отцов, живут в селении где-то. Ушла война, осталось эхо. В ушах стоять, как перезвон. Тяжелый звон колоколов в минуту скорби и молчания. По тем, кто пал в боях. Кто пал в боях за эту землю. За красоту ее полей. За запах, что весной в садах. За Днестр могучий и седой. За воды вечные его. И пьем мы горькое вино. Поминая тех ребят, что вечным сном в могилах спят. Снова к обелиску пришла мать в день поминаний и скорби. Из могилы сыновей как ей поднять? Тех, что схоронила в 25. Нет умереть тяжелее ноши, чем такое горе и судьба. Ведь надеялась тогда она, что опорой будут сыновья. Но пришла та черная весна, и осталась бедная одна. Две невестки сразу стали вдовами, белой савой одевая в черное. Сколько матерей по всей земле будут хоронить своих детей, будут хоронить за идеалы или за амбиции чьи. Только слезы матерей очень горьки. Здесь бы надо бы утешить, только не идут на ум слова. Так и повелось я на Молдове. Безутешно черная вдова. Это стихотворение так и называется. Черная вдова. Еще что-нибудь сказать? Если хотите. Сейчас вспомню. Так я стрелю, прикажу Василий Лягдела был сказать. Кодру либо трин, мистру бунчумат, даться ми и ворба, даться ми и сват. Куса скотим цара, один траша раха. Куса и фугарин пьей ноштр погин. Кари не фурат, цара не традат. Басара белые кроваты, майкан дуриратый, а у прокат копи эстрои на тати. И так далее. Это длинная история. Длинная, как наша жизнь, но и короткая, как запанюх табаку. Длинная, потому что человек от рождения до смерти рождается в крике и умирает в крике. А радость какая? Ну, радость то, что родители живы, уже радость. Родился ребенок, уже радость. Вот только наши, к сожалению, Парла пердухаи никогда не думает, что сколько стоит вырастить одного ребенка. Родить не проблема. 200 евро отдал, тебе его вернули, все, целики, здоровы, вернули жену. А попробуй его до 18 лет прокормить. Нет работы, считай, что ты какой-то ущербный. А вешаться, вешаться, вешаться. Хай не вешаются. А мы еще поживем. Мы еще хлопнем дверью, а нас услышит весь мир.